Усть-Каменогорске прошел отборочный тур на международный проект по социальному лидерству «Вэджинит Централ Эйджа Байн Драйв». Несколько десятков талантливых школьников из разных городов и районов Восточно-Казахстанской области прибыли в областной центр, чтобы попытать свои силы стать участниками образовательного проекта. Проект Beginning Central Asia by InDrive дает возможность школьникам развития новые таланты в сфере ораторского мастерства, создания и разработки различных проектов, а также приобрести лидерские навыки. Это программа для десятиклассников, которая воспитывает социальных лидеров. Мы здесь проведем воркшоп, то есть лекцию, да, про социальное лидерство, и отберем самых лучших подходящих участников для участия на нашей 9-месячной программе про социальное лидерство. Танур Еркын-Кызы стала участницей проекта в прошлом году. По мнению девушки, это важный этап, изменивший ее жизнь. Она смогла получить полезные навыки и открыла в себе массу возможностей. Мне дали на сумму 3000 долларов на поездку, на образовательную поездку за границей. Да, это хорошо, но самое главное это было то, что я смогла найти таких же ребят, как я, которые реально желают вот как-нибудь помочь своей стране. То есть они желают как бы развить себя. И именно знакомство с ним также помогло мне, и благодаря этому я нашла мотивацию. Поддержка талантов, новые знакомства, компетентные наставники, вдохновение на новые свершения – все это неотъемлемая часть масштабной работы, которую проводят с ребятами кураторы проекта. Я могу открыть себя с новой стороны, что лидерское качество во мне может появиться, да. В отборочном туре участники прошли предложенные задания, а также прослушали лекцию по социальному лидерству. Теперь десятиклассники ждут результатов, которые будут объявлены через несколько недель.